прекрасный край, где жили три брата. Очень дружной, славной семьей. Акиной решил все-таки со смертью повременить. О, какая у тебя шишка! Лихо прокатился по порожистой речке, да? Танана? О, Нана, ты не поверишь! Я стоял на вершине высокой скалы, и вдруг... Динара, детка! По медвежьей не понимаю. Кинай! Послушай, Ситка сделал это. О, странно. Духи редко совершают такие превращения. Сколько? Оба-ба-ба! Ситка явно приготовила тебе что-то необычное. Да-да-да-да. Тебе предстоит взглянуть на мир иначе. О, мир черно-белый или цветной. Эй, слушай, ты сам это на себя навлек. И тебе нужно пообщаться с духом брата. Ты найдешь его на той горе, где огни касаются земли. Он поможет исправить твой плохой поступок. Но какой это поступок? Танана! Танана! Погоди, что я сделал плохого?